Привет, меня зовут Катя, и сегодня мы посмотрим, актуален ли iPhone 11 в 2021 году. До 11 iPhone я использовала iPhone 7 Plus. Не могла себе представить телефон без кнопки, но Face ID меня приятно удивил. Разница в скорости между Face ID и Touch ID примерно вечность. В большинстве обзоров много времени уделяют размеру рамок. Но после часа использования телефона ты перестаешь обращать на это внимание. И это заметно только когда держишь 11 iPhone и сразу после этого берешь Pro или Pro Max. Даже самый требовательный пользователь найдет цвет, который ему улыбнется. Это может быть черный или белый, или как я выбрала, желтый. А что насчет игр? Давай сравним iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max. Начнем с игры, в которой невероятная по мобильным меркам графика – Asphalt 9. Подводя итоги, скажу, что iPhone 11 был хороший телефон в 2020 году, так и будет в 2021.